Ну что же, всем доброго времени суток, и как вы видите, сегодня в последнем, 20-м финальном эпизоде Манхантыча присутствует мальчик Пашенди. Поздоровайся, Пашенди. Привет, народ. Как это, собственно, он мне эту игру и говорил, меня задрочил мне с этой игрой уже, проходите. В общем, последний финальный эпизод, вот, собственно, тот сюрприз, который вам приготовил Пашенди, о котором я сказал в конце предыдущего 19-го эпизода. Ну что же, давайте начнем. Он мне в случае чего будет подсказывать, там, как да что, чтобы я там не проиграл, там, прочее. Вот. Надеюсь, мы в кадр... Да, надеюсь, мы в кадр с ним вмещаемся. Тут какой-то вот, кстати говоря, в этом особняке вот этот какой-то заброшенный вот этот какой-то этаж вообще. Что это? У нас ничего нету. Это босс. А что делать надо? А что делать надо, Пашенди? А что делать надо, если... Хрень, он убирать, Кирилл. А что делать, если у меня ничего нету, чем его убивать? Так, у тебя есть кулаки, ты можешь... А он меня не видит, да? Ну ты же тени, значит, не будет. Так у меня почти закончилось хп, что делать? А можно скрытно его убить? Сэ, повнимательнее, он может оглядываться резко, я же сказать. Нужно этот питание поймать. Мне страшно уже, Пашенди. Да, иди, да ты мог уже ударить его. Тебе уже быстренько было. Так у меня ничего нету этого самого. У меня нету обезболивающего, сейчас проиграю, походу. Да не ссы, тут есть. Да где, если... Ну, иди, бей. Успеешь. О, не убьет. Ой-ой-ой, а чё, я уже с первого раза всех убивал. Это босс. Беги, он тебя может услышать. Лучше ходить. Да, он сейчас вернется сюда, да, Пашенди? Я не знаю. Это хитрый враг. Я думал, что полубосс будет в предыдущем эпизоде, а он оказывается уже здесь. Капец, а где обезболи? Разработчик не слышит мои мольбы. Ищи осколок стекла. О, побери. Так а что делать-то? Стоп, а вон... Сколько раз его надо так замочить, чтобы он дышит? Три раза, по-моему. А что делать, если мне обезболивающее нужно? Я его не вижу. Это так справишься, Ниссы. А что делать? Он стоит на месте, сейчас резко развернется и... И это... Иди в тень назад. А, привлекать его надо. Мальчик, логично, глянь, логично, да, Пашенди? Это вот этот мальчик Пашенди угорал над всеми моими сериями и заставлял меня все проходить, заставлял. Понимаете, народ? Это ужас. Мы с ним записывали... Червяк Джим с ним записывали, кстати. Rayman Redemption, Redesigner с ним записывали, кстати, если вы помните. Все идти, да? Чё это? Неудачный ракурс. Ой-ой-ой. Капец. Что делать теперь? Сюда идти? А, надо осколок стекла искать. Нет. Не сюда. А куда, Пашенди? Не страшно. Беги, услышите. Не страшно. Спалит. А куда идти, что? Беги! Прячься. Ой, повезло тебе. Пашенди, мне страшно. А чё он как свинья одет? Только он натянул кожу. Только на голову получается. Фу, он еще из головы. А где мне еще? А где мне. А я так сейчас думал, это все одежда его. А где к мне сколько? К сожалению, нет. А где мне сколько стекла-то Пашенди искать? Ну ищи. А, тут пигу. Тут пигу написано, видишь, у него ХП написано пигу. Походу еще раз пикси, два. Пикси. Читается как пикси. Да, точно. Пикси. Пикси. А кто такие фиксики? Большой секрет. Фиксики. А кто такие фиксики нам сделают? Да. И чё, куда идти дальше? А кулак, с кулака его нельзя убить, да? Тебе нужно в то помещение, кажется, идти. Где он сейчас стоял? Да, где он стоял. Ой, блин, мне видно. А чё, куда мне идти, чтобы... Самое...
Че, где находится? Блять, что у него? Он караулит, сука, смотри, хитрый задница. А где тут находится обезболивающее? Может, где оно здесь? Да она там как раз находится, где он стоит. Так может, ну, еще здесь еще где-то нет, есть? У меня вообще-то есть одна идея, что можно сделать. Но вообще надо сейчас попробовать это сделать, подняться на верхний этаж. Он закрыт, у него. Он закрыт. Может, стрельнуть в замок? А, не с чего стрелять, точно. Обезболивающих нету, как на зло. Ужас по Шенди, блин. Прямо, иди прямо. Ой-ой-ой, ну короче, понятно, я понял. В принципе, я зачем эту локацию изучил. Осторожно. Так, я понял, что делать по Шенди надо. Так и знал. Во, беги, беги, да не сюда, куда ты бежишь, запомнил. И там есть хилка, дальше. Где? Да повернись ты, что-то в стену. Сюда? А, точно. Блин, по Шенди выручил меня, теперь надо с него свистеть, да? Ой, бить, да, точно? А, нет, он не слышит. Он идет. Да? Я просто на карте не могу. Он тоже, видишь, играет стелс с тобой. Мальчик, мне страшно, что делать? Криповые мысли, конечно. Может, ударить? Да все хорошо. Он не если тебя зажмет, все, тебе пиздец. Если что. А так погоди, по Шенди, так это самое, так он не идет никуда. Ну так иди за ним. Вот ты только сейчас это говоришь. А как ты собрался его убегать? А где он? Прячься, прячься. Сейчас он готов, сейчас он повернется только. Пошли, нет, хорошо, чё. Уже страшно стало уже. Да, народ, ну так. Нихуя, он убежал. Ебать, он умер. Не убивай. Блин, пошли, не страшно. Ага, ты дурак. Да нет, по-моему, не все. Все, все. Блин, пошли, ничего такое страшное. Я не все еще, видишь, я сказал. А, он побежал, здравствуйте. А, теперь понятно. Ну, у меня чуть больше хп, чем у него, блядь. Это меня радует, конечно. Так, сейчас стой, не бежу. Сейчас украду. Мальчик, мне страшно. Эта игра называется хоррор, жанр. Стелс экшен. А, крепичо, можно его убить? Угу. Там обезболивающий мальчик, прикинь. Бери. Как? Спокойно. А, он почему-то в ослаблении. Да, лучше обойди его. Как, вот так? Да. Так, а погоди, а что делать? У меня же нет чем убивать. Тебе нужно его приманить к сетке. Короче, нужно бросить вниз, короче. Кирпич вниз бросить? Нет, его бросит. Ты его приманиваешь к сетке, он падает вниз туда. Так, короче, прыгай туда вперед. Вперед, прыгай туда вниз. А, сюда? Да. И что дальше? Проходи вниз. А, я думал, что... И все, кидай мне кирпич. Сюда? В него кирпич кидай. Ну, и кирпич. Бежишь это... к сетке. Мейкерс ангри! Сюда! Куда ты побежал, блин? Не, ничего страшного, вот я. Тебе нужно было наверх бежать, не вниз. Так ты не сказал, блядь. В сетке, вот сетка. Дурак. Пашенька, ну ты серьезно, ты прикалываешься. Дурак. Ладно, нормально. Так что в итоге делать-то теперь? У меня сохранить чекпоинт это нету. Где его брать? Он скоро будет вниз. Так, где он тебе находится? Там же с облогом. Не, наверх получается идти, да?
Да и за кирпичом, иди, нужно приманить его туда наверх. К сердцу. Yes. Ну, в принципе, логично. Где он? Понятно. Стой, ты должен для него кирпич кинуть. Ну так, а где он есть? Знай. А, он, походу, наверх ушел. А, да, кстати, не видел. Беги, может идти, вот он спалит. Вот, видишь сетку? Ты должен сюда встать, и он провалится туда. А, я понял. Дай. Ну, кинул, конечно, молодец. И что теперь делать? Подойди. Блин, не страшно. Все, 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 нормально, нормально, стой. Четко. Только раз уже сказал, что делать. Делать? Чего? Он не упал. Нужно еще раз. Блядь. Сетка крепкая, блядь. Хуевкая, блядь. Ну что делать, пошли. Когда он побежал там вниз? Не-не-не, в логово. Куда? Это у логово, так сказать. Опять сюда побежал? Да капец какой-то. Ты сразу убегаешь, не загрязь, что-то нужно. Капец, мальчик. Че тебе нет? А, там тоже есть что-то. А, это не кирпич, это обезболивающий. Блин. Я просто засал. Как от Гнездилов сказал. Мне страшно, я су. Помнишь, он как сказал? Его еще разочек, думаю, надо подбить и все. А. Минус кирпич. А и что тебе? Аккуратно, что ты, блядь, его прыгнул? Ну, ну, подойди, загрей. А, может без кирпича? Ударил. Все, давай. Вот. Пикси зол. Теперь это уже точно, да, получается? Блядь, смотри, не летится. Ну, когда еще раз? Пиздец, мальчик, да? Ты убегай слишком быстро. Да я обоссался. Не мини быстро. Мне страшно, я ссу. Может так его убить, потом ударчику отбегать и возвращаться? Mm-hmm. Так целый год. Ты, блядь, загрей. Ой. Беги, ёптывайся. Все, наконец-то. Спасибо. Прощай, да? Чанки печен. Пошел нахуй. Пошел нахуй, как говорится, да, пошел. Будущий двигатель без опилы сильно шумит, включить тебе помощь кнопки действия. Вот так. А вот и чекпоинт. А его ж тут не было. Кун плюс чекпоинт. Все, иди, кстати. А что будет, если я сейчас спрыгну? Посмотри. Не хочу. Ну ты с нож сохранил, с прикольной анимацией. Ладно, попробуй. Блять. Самое глупое сейчас. Пошло оно все, да. Send him to hell! Это он! Это жердяй, серьезно! Так, сейчас кучу внимания, беги это. Назад? Да, вообще прям сам назад. И лучше заглуши этот. Можно и так. Мальчик, да, там правильно, налево, правильно, да? Прячься просто. Да, да. Тебе хочешь главного одного убить, не цепил и все. Не подобрать его уже. Ой, заебись бы, да, мальчик? Так они меня смотрят все, да? Мальчик, мне страшно. Так главное, да, капеллу не заводить, потому что он тебя спалит. Так без заводения можно его убить сразу? Да, он сам. Если кто-то запил, вроде не возьму. Кажется. Да. Come on, what are you afraid of? А, отлично. Вообще. А заменять? Ну да, может. Тут патронов мало, так что это береги. Ну да, мать. А то может не хватить. Так может его убить. А, скрытно нельзя же. Сейчас этого придурка убью. Кстати, вообще можно убить Сарквейзера со скрытным интересом? Ты же проходил, пошли, никто же знает. По-моему, нельзя вообще. Ну где? Идиотизм!
Ты говоришь, нахуй с МГТ машин не говорит. Блять. Надо было и того тоже с пилы вырубить, второго. Когда только всех, ну, наверное, трех. Да. Всех трех бы когда вырубил, тогда. Send him to hell! Go on. Всех трех, короче, вырубил, только тогда это самое, брать у них оружие. Эту подарку. Да, мальчик? А все вниз побегу не спали? А смысл тот не вниз? Они же вытолкнутся. Вот, вот, вот. Дурак, дурак. Ой, блядь, страшно, да, пошли? Где у меня Стас пошел? По приколу. Короче, ты мальчик. А можно его желтым убить, Я с ним, да. Побежали сюда сразу. Ты дурак, что ли? Нет, спалят. А, ну да. Что, дурак, что ли? Они стоят вместе. Вместе стоят машины, точно, ты прав. Теперь спалят. Они как-то стоят, неудобно. Сейчас можешь убить этого. Да убиваю, почему-то. Желтым как раз спали. А, нет. Странно. Ну да, Маш, хорошо, чё. Сейчас мы им всё равно, сейчас у нас заебись, как будет. Ой, да уж. Прохожу последний бедос, мальчик по шеренде. И что делать? А, надо этого. Ну, они уже расслабились. Ну, видно, желтый уже не стал. А, мне повезло. Убиваем. Четко. Слова. Теперь можно уже взять. Я же согласен. 12 патронов уже. Все, ты должен его убить. Снимешь, что будешь ложку. Давай. Стреляй, стреляй. Что ж ты? Я уже понял, мальчик, я же знаю. Это финсер, кстати. Да я знаю, это здесь ад. Там еще двое. Я в курсе, баца, нячу. Голова. Он сюда идет! Он не сюда! Он не сюда! Он сюда идет! Я не слышал, не поделали. Ну все, ты можешь. Погоди, я не могу делать. Нихера он умный. Ну, в кавычках умный. Четко, да. Пошли, не скажи, ты скажешь в конце главы, все было четко, ровно к ритму затащил. Я скажу, что ты нубас, помню. Столько убирать в прошлом эпизоде. Пошли, блин. Не там еще один есть. Это было четверо. Где там? Еще здесь вверху? А. Или двое, хуй знает. Они меня преследуют, мальчик, прикинь. Ты знал? О, пиздец. Че, по карте не показывают, где он есть. Вон где вообще, наверху, внизу? Он прямо у дрельца Квейзера находится. Блять. Мне уже страшно, мальчик, прикинь. Ну тут попробуй, вот, да. Да стой, стой, куда ты поднимаешься? Это уже было через это отверстие, я представляю. А, ну что? Чётко. Всё было чётко, ровно я достащил катку. Нахер там. И... Понятно. Старый квейзер нет дома, уходите отсюда. Я понял, пошли. Надо за бензопилой возвращаться, пока. Чё еще? Других вариантов нет. Пашенди, а что общего у этой игры и GTA-шек? Там San Andreas, Vice City, например. Я не отвечаю на это. На очевидный вопрос. Ну просто похоже тоже, вот, как Vice, знаешь, тоже. Типа кулачок этот стоит, обычный кулак. Типа и там тоже кулак обычно есть. Типа и бензопила, и там тоже бензопила есть. Ты помнишь, Пашенди, да? Сейчас будет самый сложный бой, кстати. Курс? Мой курс, ты его бой? Пикси, это вообще херня полная. Тут не будет чекпоинта, кстати. Если умрешь, то все. Неужели?
напрячься. Видишь, что ты там есть. Так он тебя палит. Ты еще, блин, еще громко включил. Так он... Блядь, так он не убирает пилу. А, так ты можешь глушить ее делать. Блин. Как? Правый кнопку. А, да. Он же понял. Я свечусь. Значит, что это сам он не может убить. Ты просто не убеги, и все. И включай. Обычно так его убивают. Просто на пролом. Что? Ну то включи пилу. После пилы. Да, вот так. Херово. Ну, он перезаряжается. Убегается. Ты сказал, что его сложно убить. Я прошу. Мальчик. Пошел на. Сказал, я тебе. Сука, вот тебе за все, что ты нам причинил, все эти пиццы, что я бомбил на тебя, блин, скотина, блин. Мальчик, ты ментарий, мы умолкаем, пошли. Вместе с several of his bodyguards at his estate at the Wapona Hills residential district, in what investigators are calling a bloody vendetta, an unknown assailant infiltrated the compound, killing Starkweather, but more interestingly, leading police to the site of a snuff film ring being run from the estate's confines. Linked to this ring is Carcer City's own police chief, Gary Schaefer, whose lawyer stated that he intends to plead not guilty. Мы сделали это, мы прошли. Но, разумеется, если бы не пошел эти пацанячек, я бы, скорее всего, там запутался бы много раз. Ну, я бы прошел в итоге, но я бы просто бы запутался бы множество раз. А так, с пошел эти пацанячек, я быстрее просто ты прошел. Ты спикси бы наступил по-любому. Да. Что нужно спинуть его с крыши. Да, вот это, да, это возможно, да. Мне пришлось бы, скорее всего, я пытался бы его так бы убить. В общем, просто так. В жизни убавить хп. Короче, народ, это был такой вот незамысловатый 20-й финальный эпизод Манхантыща. Охотника, блядь, человека. Ты подожди, продолжи. Там а что титры? А, да? А, давай сохранимся куда-нибудь. Да. 13-й эпизод «Море слез». Море было... Море этого, как его, забыл. Искупление. Ну, больше половины. Тройку ты получил. Ну, хоть что-то. То хорошо, с минусом. Продолжите? Ой, муза какой. А, муза можешь найти, да? Сейчас, погоди, пошли. Как ты расскажу? В какой-то степени похож на режиссера GTA, в какой-то степени может. Тем более я в первое время купил эту игру, короче. Я планировал вообще зайти в магаз с диском посошлопить Сан-Андреас! Я не нашел Сан-Андреас! И увидел эту игру, и вижу Rockstar Games. И беру, блядь, эту игру, покупаю ее. Я PlayStation 2 я купил, прошел ее всю. Вот, потом второй раз я проходил в 2016 году свой канал, но не победил, там что-то возникло, некие проблемы с помощью. И вот только сейчас с новыми силами взялся снова за эту игру и ее допилил. Экран такая прикольная, там это, есть и антагонисты, и вот все. Ну, все а тебе больше понравился иностранцы? Мне понравилось больше всего, где быстрее пройти, потому что, блядь, стелс-стрельба. Стелс это замедленное время, замедленное. А стрельба быстрее можно пройти. Но опаснее. Но опаснее. В этом есть и прикол. Чтобы вспомнить, сколько я в тюрьме мучился, когда я убийство пытался убить. То желтым убийством, то красным убийством. Просто если вспомнить, это пиздец, полный. Все-таки это понравилось. В целом, да. Это последний эпизод, это особняк этот огромный, этот такой прикольный огромный особняк. Вот. Я, в принципе, как-то так и предполагал, что, ну, как выглядит именно последний главный босс. Где-то примерно так я и предполагал, что он так и примерно выглядит. Вот. И непосредственно, да. Я думал, что как? Мы сейчас с пулемета выбьем замок, его застрелим с пулемета. А тут нельзя. Только с бензопилы только. Вот. Так с бензопилы тоже несложно запугать его и убить. Вот тут и все идет. Мне кажется, было эпично, если на кулаках бы дрались. Он и ты.
Это реально было много. Ну а как эпичнее, тебе Билли уже есть, Билли. Вот что общего? У Билли, у GTA, у Manhunt, у Red Redemption. Что общего пошли? То, что это все игры от Rockstar Games, они охуенно... Я скажу матом. Да ничего не делай. Они охуенно построены, что у тебя есть карта, у тебя есть сеттинг. Да пойди туда, что-то здесь кого-то заманить, кого-то ограбить, что-то там угнать. Это вот все вот этих игр. Это все, это весь плюс вот этих вот игр Rockstar-овских. Вот это вот Red Dead Redemption, это вот игры вот эти всех. GTA-шек всех, это Manhunt, чем вот этого вот. Кружочек, это карта вот этого, знаете, вот это вот. Это чувство, это прошел, да у тебя у вас настроение. Не, да, да, команда тестеров, не смотрите. Да, жалко, что мы не смогли спасти семью этого Кэша. Очень жалко, что так все пошло. По пизде, в смысле, ну, плохо все пошло. Но главное, что мы сами выбрались. Увидели даже Ада Вонг, ой, это вот девушка, похожая на Аду Вонг из Рия. Очень тоже такая репортерша. Тоже нас каким-то образом выручала и прочее. Ну, в общем, в целом игра такая, ну, непростая, хочу сказать. Получается непростая. Если бы проходили бы на харде, было бы еще тяжелее, вообще карты бы не было. Пришлось бы ориентироваться по звукам, по голосам. Чтобы был бы реализм. Ну да, ну пошли, не надо прохождение. А, я сам, может, когда-нибудь не через стол. В море, конечно, в ролях. Конечно, сегодня. Да, и я короче... Я не знаю. Ну даже вообще, даже разговаривал. Я вообще думал, что в Манхатте главный герой разговаривает. Как вот на подобие с GTA 3, но он же разговаривает. Как бешеный, боевые псы. Боевые псы, да. Не левые псы, а боевые псы. Левые псы? Я так думал, что это называется. А, я думал, что это называется гончие псы. Я думал, что это зовут гончие псы. Короче, как перемотать это все. Escape, наверное. Enter. Escape. Escape это будет. Escape. Капслок я нажать не могу. Капслок не нажимаю, я тоже нажимаю, то выбраться сами. По-моему, это можно. Значит, правую кнопку мыши, может, колёсико. Ну, а когда мы это надо ближе. Ну да, пока порассуждаем. Короче, по поводу Manhunt 2. Многие эту игру обсирают. Не знаю, я не знаю, я в неё не играл, я не знаю, почему они ее обсирают. Может быть, потому что она получилась что-то наподобие, как вот Dinocrisis 1-2 и Dinocrisis 3. Никому Dinocrisis 3 не понравился, как первые две части. То же самое и с Manhunt. Почему-то вторая часть никому не зашла. Я с ним в неё не играл, так и не разу. Я все это говорю по слухам. По секрету. Я не могу сказать, что она зашла мне или не зашла. Тут слухи многие доходят, что она... Ну, я не знаю почему, но как-то так. Может быть, атмосфера там не такая вот радужная, как в первом Манханте. Короче, удалось. Вот, кстати, что хочу сказать. Нам удалось выжить. Это самое важное. Обычно Rockstar как делают в своих играх, что их главные герои погибают. Вспомним тоже Red Dead Redemption первую часть. Джон Морстон погиб в первой части в конце. На если, конечно, спойлеришь, Кирилл. Так я не буду уже проходить, я же не играю уже. Спойлернул людям. Ну, вырежу, ладно, момент. Короче, вот такие вот, собственно, дела. Да все уже играли в этот RDR первый, что там говорить? Не все. Это что? Фала мета? Ой, я не сказал. Это просто какой-то. Кол-кол? Это просто какой-то. Это означает, что шоу закончено. Ну все, народ, мы прошли, мы добили, блядь! Мы добили этого Манханта сейчас мальчиком по шеде, мы добили его, сейчас будем жрать это самое. Сейчас будем перекусывать. Короче, 3 звезды получили, прошли все 20 эпизодов. Я вообще думал, что их будет меньше, на самом деле их 20. Я сам познакомился с этой игрой, по шеде меня... Все-таки, ну, грубо говоря, задрочил меня познакомиться с этой игрой. Ну, никто не нажимает. А, бонусный материал. Что-то мы тут открыли, короче, какие-то бонусы. Ну, это, собственно, сучу. Это вообще, по сути, модификация Bad Blood. В общем, надеюсь, я немного лил воды. Мы прошли финальный эпизод, убили этого свина-человека, убили главного босса, антагониста. И, собственно, вырвались из его лап. Все, народ. Я, собственно, все, что хотел, все сказал. Может, что-то забыл сказать, вы пишите в комментариях, как вам что понравилось, не понравилось. Ставьте там оценки. Ставьте дизлайки, разумеется. Шучу. Сейчас пойдешь. Короче, пишите, может быть, я что-то недосказал там про сюжет, еще там, что, как. Вот. Что-то, может, еще там надо было договорить. Ну, в общем, по сути, все, что хотел, все сказал. Со мной сегодня Пашенди Пасанячик присутствовал. Скажи, Пашенди, попрощайся со зрителями.
Если, конечно, у тебя они есть, пока. Вот как. Начинается. В общем, народ, все. Это был Манхант, охотник на человека. Как мы с Пашенди его называем Манхантыч. 20-я серия, 20-й эпизод, финал. И увидимся уже непосредственно в следующих. В следующих играх. Не говори, я сейчас сам Типа, все, конец съемки нашего Да. Конец съемки, друзья. Всем удачи, всем пока.